Поехали. Всем привет, с вами Фрост, Леонид и Мухаммад. Вот такая у нас сборная. Сегодня можем отыграться, послать Леониду в Спарту. На самом деле это парниша, мы сменили ему скин. На тебе, твои любимые лопаты. Все, бежим отсюда, пока не огребли. Так, я Мухаммад. Нолища! Да какой черт сломал Леонид, говнюк? Да что ты сделаешь? Думаешь, если Леонид, ну, можно шатать картины? Вообще. Не надо шатать картины. Я не менял тексты. Нет, тупой Леонид, вообще-то... У меня мало. Леонид, узбогойся, должен быть сбогой. Я, конечно, понимаю. Короче, нам осталось только в команду еще Брежнева припозвать. Ну-ка, Мухаммад, позови Брежнева. Сейчас я позову ему, у меня одно сердце осталось. Че, Леонид, опух, что ли? Где картошка? Картофан сюда. Да отвали от Леонида. Нет, не трогай, у меня два сердца. Сейчас тебя бомбану к чертовой бабушке. Сам первый начал. Мухаммад бомбанул Леонида, точнее наоборот. Леонид бомбанул Мухаммада. Вот что он должен был сделать в той серии, когда мы скинули. А мы сейчас в данж, да, вроде как собирались-то. А, да, в данж точно, мы собирались, но просто мы занялись немного реконструкцией. Я забыл, что я кое-что не доделал. Так, вот так, ну, вот. Так, два блока забыл сделать. На танце вот, тебе должен был вот, я. Я здесь сделал ковер. Так, еще хотел сделать себе кое-что. Кое-что. Я хотел сделать себе вот так вот. Я хотел себе прокачать трубку. Экзибит прокачал мне трубку, теперь я могу плеваться еще больнее. Еще сильнее. А, да, ты трубки нам сделаете? Аги нафиг, друг, да о чем? Наверное, я хотел посмотреть, как это крафтится так. От более прокачанной стрелы, как делаются, ну-ка возможно. Вот как достать это ведро? Из какого дерева мне нужно вычерпать эту хрень? Ладно, не важно. Ну, ладно, пусть. Потом разберемся, как это мне сделать. Так, я еще хотел себе сделать еще немного. Сделал, нет? Какую такую трубку? Сам сделай. Называется сделай сам. Как она делается, я не знаю. Да я тоже не помню, как она делается, хотя могу посмотреть. Ну, ты ее сделал, да. Так, две палки, две доски местных и Golden Ember. Короче, янтарь. Так, вот верстаки, все время, а не знаю, что это верстаки. А как стрелы делаются для этих трубок? А это уже совсем другая история. Да я тебе сейчас... Да как я... куда мне столько досок? Ну ладно, пригодится. Так, вот так вот. Как обычно, вот так только вот. Golden Ember вот, да, так вот. Сколько... Посередине палки местные, снизу янтарь, сверху янтарь, снизу перья. Перьев у нас предостаточно. Мы столько этих куриц уже ощипали. Так, палки янтарь я сброшу. Это желтая штука или что ты имеешь в виду? Да, янтарь. У нас тоже целая куча. Вот здесь 22 и еще здесь вот. Так. И здесь 12. Ладно, не так уж много, как я думал. Ну ничего, я могу поделиться. У меня стак. Нет, 64 стрелы. Нет, я забрал себе стак. Я сейчас верну. Я просто так взял. Это самое. А, я что хотел сделать? Я хотел сделать себе... Почему-то. Ага, не так. Как ты сказал, янтарь это желтая штука или как? Янтарь желтой ормы. Ну это Golden Amber, да? Да. Так, кольцо сделать себе. Не где Петровича? Да как не крафтится? Две доски поставь и янтарь. Что здесь вообще дверь делает? К черту дверь, что она здесь делает вообще? Доски или что туда надо поставить, я не понял. Две доски местных. Черт, у меня нет местных. Я сказал местных, что ты тупишь? Подожди, я сейчас приду. Закрафти. Да подожди, я остановил. Продолжаем. Так, все, я вернулся, ладно, сейчас сам тебе скрафчу, дай мне. Так, вот, это... Да нифига себе, ты их тут нахапал себе, я думал, у нас их мало. А, я хотел Путин еще взять. Путин, Путин, отлично, я сейчас сделаю еще и ожире. Так, парниш, куда-то, Леонид все время, Леонид, давай, ну, ока, брейкданс от Леонида, давай, танцуй, крутись. Я скину мусор тут, а то слишком много места занимает. Леонид по-тихому уходит, ну-ка, надо за ним проследить. Куда он там ходит этот? Да я тебя сейчас подожгу, хочешь? Давай, ты спалишь наш дом. Оп! Каменный. Ой-ой-вот! Да что ты, блядь, на Леонида не действует лопат, я так не ударил его ни разу. Так, вот тебе, Леонид. Кстати, я вижу грозовые облака. Но они пока что работают, как обычно, облака. Дурацкая альфа, в ней броня не работает. Там некоторые брони позволяют копать грозовые быстрее. Облака, они позволяет, что там, выше прыгать, гравитиновая руда позволяет выше прыгать. Но здесь это ни черта не работает. Так, я хотел тебе сделать эту трубку, сейчас я тебе сделаю. Тебе и парниша. Вот так вот. Вот так вот, ничего здесь такого сложного-то могло быть. Вот так вот теперь, вот так вот. И сейчас там сразу сделаю прокачанную трубку. Сразу я набрал ты какого-то фигни какой-то. Из цветов понавибивал. Будут у вас фиолетовые трубки. Мажорские, ТП-шные трубки, вот на. Мухаммад, хватит брони. Чё, я защищаюсь. Ты нафига это построил? Защищаюсь. Где я, Санёк? Где он там лозит, да? Леонид. Да что, я тут. Что ты делаешь? Я скинул тебе трубку. На, трубку. Где? А, вот. Курни трубца. Как говорил Сталин, курни трубца. Да? Так, нет, подожди. Я забыл, как я из-за вас забыл, как эта фигня делается. Ну-ка, как она стреляет? У меня Golden Dart. Это она стреляет тоже? Да. Даже не вижу натяжки.
Так и там нет натяжки, просто нажимаешь и плюешься. Так, нам смотри, как это делалось. Где же эта фигня? Где это? Чё? А, вот ожерелье, проклятое ожерелье. А, точно. Я нажал, она не стреляет. Да ты, ты я тебя алмазным мечом не трогал. Так что огреби вдвойне. Я запорол. Этими трубками надо стрелять. Там, понимаешь, там другая система. Если прокачанные трубки, нужны прокачанные стрелы, а у нас их нет, поэтому придется делать еще две трубки. Опять стрелу сломал ты, Мухаммад! Да он сломал картин, так что тут не надо. Бабах тебе! Башмак. Ну ладно. Так, ты мой... А вот все, динамит вернул, да все. Она не стреляет, эта трубка не стреляет, ты мне какую-то ее сломанную дал. Да не сломанная, просто на там нужны другие стрелы, которые я не могу сделать. Сейчас сделаю обычную фуфловскую трубку. Даже три придется делать. Делать три фуфловских трубки, сейчас, все. Ты мне какой-то... Курни трубца, на. А чем отличается там? Да тем, что стреляет другими стрелами, на, ты тоже курни трубца. Да надо выложить ее. Так, или вот и... Так, о, точно, вы все мне мешаете сделать себе проклятое ожерелье. А, вот все. А, просто стреляет. Ну, так, все, наконец, я сделал себе целую кучу брюликов. Надо только стрелы покрафтить. И зенит у нас остался уже сам. Да кто розу положил, а? Кто проклятую розу положил сюда? Я сейчас съем ее. Я их положил. Какое черное здесь, давай, добью, а? Жрать взять. Ну, я сожру ее. Все, что лишнее, я буду жрать. Все, что плохо лежит и криво мешается мне, все будет сожрано мною. Так, я все себе сделал, теперь, а, зенит еще нужно положить. Куда мне его? Так, росток. К черту его тоже съесть. Тоже съесть. Я еще не доделал. А, восстановление. Отлично. Отлично. Совсем забыл про это свойство ростков. И хотел немного модернизировать чердак. Так вот. Я достроил маленько тут. Подожди, ну-ка подвинься. Как крафтится стрелы? Стрелы как для трубки крафтится? А выдай. Так вот. Воу! А черт, не работает. Как? Ооо, нифига! Оу-оу-оу-оу! Я сам-то, черт, меня на елку закину! Я! Пол сердца! Сердце! Черт, пол сердца! Да! Почему он ровно прыгать не может? Может прыгать ровно. Я ровно прыгал, меня выкинул этот. Либо воздушный петух. Так его будем называть. Так, тогда что я хотел сделать? Я хотел выложить еще одну. Я сраный страус. Кто верблюжи какашки выкинул? Так, вот, все. Я вооружен и очень опасен. Теперь мы отправляемся. Стрел сделай для трубки. Да ты не можешь сделать, что я тебе сказал, я что это делается. Я не знаю, как они делаются, ты мне не говори. Местные палки, перья и орбы. Ты неужели непонятно? Сейчас сделаю. Вот так вот, и вот так вот. Неужели это сложно? Это элементарно. Ватсон. Не Ватсон, а, блин, Леонид и этот, и Мухаммад. На вам по полстака стрел, погнали. Да. А, мне так, не скинул всё. Ты, ни хрена мне. Ну, значит, все парниша загробастал. А, нет, у меня... А, нет, это я, значит, загробастал. Кто меня опять выкинул? Вон стрел валяется. Так, давай мне стрел. Вон лежат. Вон там вот. Вон там вот. Где он там вот? И ведь правду говорят. Как казахстанские ученые только недавно открыли дверь. Мухаммад тоже проблема с дверью. Никак не может ее расшишерить. Так, все, быстрее отправляемся в дальше, а то мы так... До конца серии не дойдем! Черт. Какого фига мы вообще, да, в доме появились? А почему? Мы домой возвращались, чтобы все покрафтить. Нафига мы нам там оставаться? Нет! Нет, не будем. И отказ подписываю. Где подписаться в отказе? Где расписаться? Не пойду, не буду, не, нафиг. А, блин, точно, я же забыл, я не собирался идти в данж. Подожди, я забыл сделать гравитиновую себе вещь. Нужно вернуться, нет, только не трогай меня. Подожди. Надо вернуться и сделать алтарь. Точно, надо сделать алтарь и сделать себе гравитиновые инструменты. Давай, спасибо. Так, все, сейчас я вернулся уже домой. Да. А этот Мухаммад сказал, что ему пожрать нечего, некого бомбануть. О, мне тут это... Так, нифига себе, у меня уже все как попор. Чего они как бы стало ломаются? Тут картошки. Да, я забыл, конечно, что они делают. Так, ладно. Я вспомнил, где я спрятал гравитивную руду, как она была в печке у меня. Уже. Тихо, тихо, будь спокойнее. И, кстати, вот эти рюкзаки у нас опять в очередной раз не работают. В который раз уже в сборке они не работают просто. Открываешь ее, все краш. Так, алтарь делается как-то так. Надеюсь, замшелый булыжник нам не понадобится. Для трубки нужно дофига стрел, потому что они стреляют очень часто. Это, в принципе, ее плюс. Да. О, отлично, алтарь сделали. Вон у меня апельсины в полпачки валяются. Так, где у нас... А, отлично. Ага. Иди сюда, будь смотреть, как проходит процесс зачарования. Мы на то это и на тот остров мы уже побежали. А это красиво, кстати, смотрится. Так что, ну и черт с вами, я сам буду тогда крафтить. Это очень, кстати, эпично сделано. Что там такое? Зачарование руды. Ну, хоть раз такое видел? Нет. Вот и поздравляю, и не увидишь тогда. Я сейчас буду сам ее чарить. Открой твое видео. Руда, руда. Вот так вот.
А вот когда три ставишь, вообще шикарно смотрится, вокруг нее крутятся эти. И четвертый, а, отлично, зачем? А где у нас парнища? А парнища не работает. Вот так вот, о, шикарно сделано. Быстрее бы закончился дурацкая альфа, а то в альфе много чего не работает, много багов. Так вот. Какашки. Так, ладно, не получается много. Плохо, что нельзя целые пачки сразу сделать. О, так, ладно, пускай крутится. Мы пасем здесь это. О, шикарно, пускай здесь крутится. Сейчас я приду. Так, я 33 и 7 руды. Сейчас я чем-нибудь здесь даже сделаю. Даже можешь телепортироваться, потому что тут... Да подожди, сейчас я чем-нибудь сейчас даже сделаю. Может быть. Например, кирку. Кирку. Так, кирку себе сделал на всякий случай. И, а, меч. Ну ладно, меч тоже сделаю, пожалуй, себе. Так, может быть, даже он мне пригодится. А может быть, и нет. Так, вот, тогда лучше так вот сделаю. И, отъем, мне еще нужно немного перекусить. Так, апельсинчик, не люблю апельсины. Так, не вот. Любишь. А? Ах ты. Точнее сказать, не очень люблю. Надоели они мне. Я уже был одно время обожрался апельсинами, теперь мне что-то не особо уже нравится. Так, ладно, я сейчас уже приду, я, по-моему, я что-то забыл. Ладно, к черту, пофиг. Сейчас да. Давай ты не будешь. Как я скинул. Вот и вот. Кстати, я могу отправить твою крышу в космос теперь. Все, я сейчас телепортируюсь к вам, а то мне зажали. Подожди, меня зажали, просто у меня тут проблемы. Не телепортируйся. Ну да. Ну вот я это и думал. Я сказал, ко мне телепортируйся. Нет, меня сбросили. Вот так вот, я не хочу терять вещь. О, барашки! Барашки, идите к папочке, ну-ка, где тут? Так, я от Леонида. Вот, наконец, мне пригодился мой парашют. Да то я бы сейчас растерял все свои перчатки, все свое добро. Вот по какой черту так сделали, а? Ты всегда же так не делаешь, что теперь я так делаю. Да подожди, Леонид, я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я сейчас тебе картошку куплю по 2 рубля, а не по 3, как обычно. О, понял? Кролика убил. Я тебя спас от этой штуки. Кого убил? Ты кролика убил. Черту кролика. Сейчас я Леониду спартану вообще. Были экстренные такие самые, и я тебя спас. Что он делает? Погляди. Он ладно, я не могу держаться. Экспресс. Тихо. У меня хп нету. Так, вот. Чёрт. А, апельсинчик. Где этот петушок? Уже отсюда. Уже. Ну-ка, вот мой новый меч. Это было эпично, кстати. Что ты делаешь? Я хотел тебе показать, что такое Спарта. Спарта, да. Показал. Ну ты просто не выдержал. Так, все. Смотри-ка. Мухаммад. Пройдет он? Бугага! Что это да было? Я тебе меч показал, смотри. Стой, у нас есть местный дерево. Смотри, смотри. Ты где? А, подожди, сейчас момент. Я лифт построил, так что давай. А нафига нам? Ты обурел, что ли, а? Ладно, все. Это была месть. Да... Ты что делаешь? На вам обоим, нет! Смотри, извини. стой, не порогуй, смотри. Смотри вот на это. Давай, что это такое? Да, почему дерево не улетает? Почему дерево в отказ уходит? Дерево не хочет улетать, чертово дерево. Проклятое дерево не хочет задолбали улетать. Задолбали подбрасывать. Не, ну сейчас реально... Я забыл, что у нас улетает. У меня с собой больше ничего нет из того мира. Да хватит меня улетать! Не буду я летать, иди нафиг. Все, я на облако прыгаю. Давай присоединяйся. Где наш проклятый данж? Нужно покушать, родина. О, барниша. Нет! Только не стреляй в меня, у меня мало жизни, ублюдок. У меня тоже немного. Он сейчас тебя выкинут вообще. У меня 4 хп. Иди поговори с ним. Вот так вот. Вот так вот. Да и хватит барагозить. Мне жизнь надо срочно установить, ну-ка отвалить. Мне срочно нужно установить жизнь, я вообще пока пойду погабаю. Кстати говоря, я думал, эта сборка будет немного дольше. Я не могу растягивать сборки на 100 серий. Я уже думаю, как бы мне хотя бы хватило бы этого мода на 10 серий. А то я уже даже не знаю, что здесь делать. Мы сейчас ходим в данжи. Еще данжи. Я знаю, здесь есть бронзовый данж. А вот насчет, есть ли здесь серебряные данжи и золотые, я в этом не уверен. И вообще, сможем ли мы что-нибудь нести из этого данжа? Все, быстрее пошли на днище. Нам нужно идти на данж. А что нам? Нам дубальку черт сюда залазит. Ты что, они же слева. Да плевать, нам срочно. Все, вот в этот данж, вот смотри, вот в эту коробку. Посмотрим. О, отлично, клубничку, кинули их на клубничку. Все, входим. Черт, у меня нету хп. Так, ломаем. Или как это? Киркой, что не ломаешь вообще? Да не ломай ничего. А как открыть? Итак, ничего не ломается, это да, так, их нельзя сломать, вообще процесс сломания. Как войти? Давай войти, один. Черт. Один. Старт данжер. Так. Опа. Почему danger не открывается дверь? Бэк. Enter. Что такое? Не работает. О! Эй, а мне как зайти? Правой клавишей. Правой клавишей нажми единицу и Enter. И нифига.
И почему тогда? Э! Кто меня кидает? Хороший! А чё, левел надо назвать? Единица, Enter. Интер. А, всё, теперь Enter. А, единица. True open. Так, все. Все, все, я вошел, мне срочно нужно пожрать. Ту приват. Ту опен. Старт рапен, окей. Выйд с левел 2 из 3. Ну. Не хочет. Нет, он не заходит. Давай в группу тогда объединимся. Мы должны тогда, наверное, объединиться так, в группу. Ладно, сейчас мы разберемся, как это сделать, и встретимся с вами уже, пока мы будем дальше, да? А, все, я вот вошел. Да мы один, только один может войти, понимаешь? А как мне выйти? Да блин, охренеть. Видишь, только я... да, все, все, выйди и вступаем в команду. Так, сейчас как, я создал, я создал. Ну-ка, а хватит меня кидать, пошел отсюда. Я не буду тебя создавать, уйди отсюда, надо. Все, сейчас создадим пати. Я забыл. Давай вступаем в мою партию. Так, я не знаю, как это сделать. Вступил в партию или зассал, Социале, что? В партию вступил или зассал, Ты дурак, что ли, давай говори, что? Да я думаю, помнишь, что ли, как, давай в КПРФ наш вступай, давай, социал. А я не помню, как там вступать-то, я знаю, как создать. Социал. Я знаю, как съесть апельсин. Давай живи уже. Да я не знаю, как. Ну, тогда что ты тут базаришь? Да у парниши спроси, он вступал-то, я создавал. Я там все потыкал, там что-то в социалы, и что-то я там нажал. Вот, и за что. Путина также потыкали все, и он в президентах. Давай быстрее. Как? В пупок себе потыкай, и все будет окей. Как говорю? Да ты опух, что ли, у меня жизни мало, я стою лечусь, он меня подкидывает. Иди, он полетай. Нет, я навес построил для этого. Как это сделать? Что ты делаешь? Да, в самом деле. Что ты делаешь, а? Я сейчас тоже топором, потому что у меня нет топора, я тебе сейчас рвану. Хватит все, эй, ублюдок. Да вы чё? Да, хорош, вступай в партию, хватит тупить. Как ты? Всё, наконец-то мы вступили в партию, да? Все, вот теперь в моей партии, на это непобедимая партия. Леонид со своей картошкой и Мухаммад со своим динамитом. Хотя ну давай тогда сделай аббревиатуру, МФП, не знаю. Неважно, входим. А входим в строй. Как войти? Давай, все, теперь все должны как подойти и нажать войти. Так, вот. Вообще не хочет. Сори, бад. Обухли, что ли, Не хочет он ходить, короче. Там только один человек может находиться. Да что такое, почему он не хочет ходить? Задолбали, что за фигня? Чёрт. Там только один человек может войти. Ну, понятно. Ладно, тогда выйдете из партии, я войду, и вы ко мне телепортируетесь. Мы перехитрим этот вонючий спаунер. Нет, я... Пробовал, а не получалось тогда, ТПшится тоже. Не телепортируется? Вроде бы нет. А телепорт по координатам тогда. Смотри, сейчас телепорт по координатам, смотри. Сейчас за ним там сразу, смотри. Нажми F3. Ну, так. Так, тогда ТП. Да блин, я из-за вашей партии не вижу ничего. А, у меня под мини-карты зато есть. Так. А у меня-то нет? А, нет, у меня есть, но там почему-то все не очень видно. Так, вот. Так, ну, вот я тебе скажу, какие координаты писать, смотри. ТП пиши. 362. Ну-ка еще раз, что писать? ТП-362. Так, ТП подожди, 600... 611 и 57. Через пробел? Да, через пробел. А 611 и? И я куда-то падаю? И что? 611 и что еще? Не телепортируйся, я падаю куда-то. Ну и ладно. Падай дальше. Окей. Я куда-то вообще выпал. Чёртовой бабушки, я вообще улетел. А у меня ты тут? А нет, я куда-то рядом телепортировался, походу. Что такое происходит? Оу! Эй! What the fuck? Почему я разбился, а? Кто сломал нам блок? Почему я разбился? Это кошечка ставит. Не надо. Почему я разбился, я не понял. Чёртов данж, как его перехитрить? Ладно, сейчас будем думать, как его перехитрить. Так, я вошел в данж, как выяснилось, в данж может войти только один. Какого черта, проклятые эльфов зарежу, какой прикол. Я не понимаю, то она пишет, в партии надо входить, то партия из трех человек, то ли три попытки, то ли, короче, хрень какая-то. Кто знает, если можно войти сюда, кроме как. Да. Как-то обмануть пытались, возможно, если поставить мод, блин, забыл, как он называется, короче, топориком вырезать стену и войти сюда, то, возможно, мы так сделаем в следующей серии. Но сейчас это сделать не получится, но сейчас я, наверное, здесь продержусь до первого... До первой своей смерти! Походу, она будет скоро. А меня что это делает чаровальня этих ресурсов? Она что делает вообще? О, мне тут молния окучивает. Чёрт. Слышь, что делает чаровальня этих? А-а-а, пошёл нафиг! Я не помню, чего она чарит руду. Она руду чарит! Уйди, нифига себе, он меня кидает! Она не чарится. Ничего себе, он меня кидает! Надо жёлтой хренью настрелять туда. Блин, меня убили. Я настрелял туда жёлтой хренью. Сколько а какую руду ты хочешь зачарить-то?
Ой, ёбать, у нас тут какую? У тебя там руда была. Только гравитинная, она уже скорее всего зачарена, потому что я всю руду переделал. А, парниша здесь. Давай, лучше помоги мне этот чердак построить, надо достроить его. Чёртов, взорву к чёртовой бабушке всех. Я на всякий случай прихватил с собой. Как там у тебя дело? Вот это, хотя не, лучше я это приберегу. Маленького мы бомбану, пригодится здесь. Лестница с этим смарт-мувингом. Так, тихо, ты подожди, с нам движуха. У меня зевует, поэтому с нам говорить, наверное, получится, что буду я. Ушли отсюда! Засранцы мелкие, пошли он отсюда, я сломаю ваш проклятый спаунер. Лестницу лучше надо убрать. Лестницу убрать надо, запрыгивать будем. Подожди, со своей лестницей. Я не помню как. Shift и пробел зажми. Так, кто из вас... Фу, повезло. Так, тырим как ведро. О, отлично, ведро я. Какое-то теперь какое-то ведро. Так, как оно крафтится? О, оно даже крафтится. Так, вот, знаешь, как оно мне нужно. Деревянное ведро. Я добыл деревянное ведро. У меня есть ценный ресурс. Отлично. Дерем? О! Погоди. Садим облаками. Зачем дерево? А, ну давай. Шикарно. Будем... Шикарно. Я добыл уже два деревянных ведра. Тащите торт. Будем праздновать. Я добыл два деревянных ведра. Наверное, белым, потому что у нас всех больше, да? Белым, наверное, будем делать облаками. Да, наверное, можно белыми. Черт. Дурацкие глаза. Чего у меня здесь постоянно молния бьет? Что с там такое происходит? Да. А-а-а! Уйдите нафиг, какие глаза? Смерть. Там нет, нет. Уйди, вот тебе. Вот тебе. Бомбись все конем. Я убегаю. Так, мы тут пока что строим дом. У нас строительская серия, по крайней мере, у меня выходит. Ну окей. А-а-а, проклятый ящик. Ящик, сдохни. Сдохни, гори в аду, ящик. На меня напал ящик. Там вещи вообще есть? Здесь нет таких. Никакие вещи, черты бабушки, меня сейчас убьют. Меня глаза избивают какие-то. Лечись. Ящик! Меня табуретка избивает! Федор еще скрафтил, она меня избивает! Бывает! Серега, не надо! Серега! Ты хорош! Есть, я завалил табуретку! Сколько монеток, сколько монеток! Монетки, деньги, деньги! Деньги, деньги! О! Отлично! Я уже заарканил одного босса. Ну, мини-босса. Так, надо. Блин, надо бы продлить тут ступеньки, а то как-то некорректно выглядит. Этот проклятый булыжник не убивается. Меня теперь нападает булыжник. Булыжниковый голем теперь на меня нападает, я не могу ему ничего сделать. А если обычные стрелы? Надо докрафтить, короче. Так, сейчас я выложу. Скрафтить. Чёртов засранец, он вообще не поддается на стрелы. Я не помню, как они крафтятся. Так, вот этот камень. Дега, я пошутил. Крафтил, ну окей. Мини-босс. Вот так вот тебе. Марио, чёртов, на меня напал Марио. Я убегаю. Он не хочет, они у меня делают ступеньки. Черт, ушли, черт, я зря сюда зашел. Поплавливать, да, ведь надо, ведь камень тогда. Я не знаю, Фрост сделал. Подожди, какой камень, какие, твою налево! Да, похоже, сейчас... дело, я строил, я не знаю, как крафтить. Переплавливать сейчас, похоже. Хорош, мы, я сейчас разобьюсь, пошли все нафиг. Ушли все, чертов, сундук, меня напал сундук. Да, вот так Фрост сделал. А потом... Хорош, опять сундук! И потом ступеньки. На меня два сундука напали. Да сундуки на меня нападают, у меня полсердца осталось. Мальчих! Какие нафиг, два сундука меня чуть не сожрали. Бабушкины сундуки такие накинулись на меня, говорят, ном-ном-ном. Монетки, дай сюда монетки, быстро. Кстати, я хочу... Да кто меня сейчас убьют? Кто это делает? Кто это делает? Кто это сделал, да, там, у себя? Я сейчас им сделаю, блин. Что это было? Блин, меня подкидывают. Не сажается нестандартно. Что это происходит? Что вы там пытаетесь сделать, а? Я пытался посадить цветок, но он не ставится. Жесть. Зачем ты цветок пытался посадить? Ну, цветок сидеть не будет, у него амнистия. Сталин разрешил. Да ладно. Да ладно, вот да, вот, понимаешь, вот да. А, черт, даже... Так, сейчас я быстренько регенерируюсь, ладно, пока вот эту хрень снесу. Вот так вот, вот эта штука мне очень пригодилась. Горшки ставятся на это дерево. Ушел! Черт, он плюется этой хренью. Да что ты мне как подкидывает-то, а? Ушел отсюда. Ушел, говорю. Ушел, говорю. Так, сейчас 2 часа, в общем, мы будем делать все эти ступеньки. Все, отступаем. Ты знаешь, сколько, я не знаю, как Фрост рубить. Крафтил вот эти вот все ступеньки. Ой-ой-ой, не будем. Переплавлюсь, потом из кирпичей сделать блоки, а еще потом... Еще второй раз в арх ходи. Это опасно. У меня, представляешь, как мне здесь опасное мероприятие? Черт, уйди, Марио! Уйди, я тебе не доверяю. Может, ты сам ко мне подойдешь, а? А, что-то мне не хотят делать блоки. Иди сюда, фига у него тут звуки. А, они из 9. Я понял, как делать. Да, делай там. Что ж ты творишь-то, скотина проклятая?
Так, надо, чтобы увеличить. А-а-а, меня нет, не разворачивает! Какого черта? А-а-а! Ё-моё, нифига себе, пошли нафиг! Меня давно так не накрывал, мне с времен Брежнева так не накрывало. Это хоррор какой-то, а не данж. Какой сбогойно, блин. Ну такое жарево происходит, ты бы не представляешь. Убирай оттуда, я, чтобы это ускорить. Я беру так. Отлично, нашпиговываем мы просто шикарно. Кто скрафтил? Фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе, у кокошу. Дайте мне ботинок. А, пофиг вам, не кинете у меня. Не кинете, вам меня не кинуть. Так, зеленый проклятый слизень, откуда ты взялся? Вот так вот. Так, все, быстрее хилимся. Я его почти убил. Мини-босса почти ушатал. Монетки. Мы монетки. Ты... Только еще мини-босса. Мини-босса, да, до большого босса мне еще далеко. А стрелы-то уже кончаются. Какого черта ты? Сдохни. Сдохни, я тебе сказал. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне, не говорю. Не надо. Черт, вот он меня убивает. Тупенький, где ты? А пока... Давай, а, умри, черт, а! 2.5 сердца. Черт, а ты знаешь, как делать лампы? Нет, возьми ступеньки. Нет, черт, я не выживу, нет, нужно подлечиться, точно. Все, лечимся. Ну что, как там у вас дела? Нормально. Все в порядке, да? Все в порядке. Это, да, вопрос, как сделать лампы, я не знаю, конечно. Можешь написать в коммент, как сделать лампы. Не надо никаких комментов по поводу ламп. Лучше как в данж войти, скорее всего, никак. Просто нужно найти разработчиков, бомбануть их, чтобы они это добавили. Так, сейчас вот, сейчас еще не момент. А, блин, почему я ростки с собой не взял? Больше не будет, у нас больше нету камня. Почему я не взял с собой проклятые ростки? Может, весь камень кончился. Мы ходили жить. А где? Ты можешь спустишься, нет? Сколько уж делали, то уж нет. Все, вперед, валим. Да! Ушатал его, отлично, наконец ты ушатал этого засранца, монетки раскидал. Еще раз ходить, короче, в этот... Кинул на кучу монет. Давайте вы не будете этого делать, да? Потому что не хватает. Дебилы друг друга переубивали. Такого вида не хватает. Вот так вот. Нет, чертова курица, она как злая, очень злая. Враждебная курица. Нет, я сейчас сдохну. Вот так вот. Нет, не надо. Вот так вот. Вот так вот. Так, вот. Да что из вас тут как много-то? Я хочу зачарить картошку от Леонида. Не чарится. Черт! У меня стрел уже кончается. Ах ты, собака, попал таки. Ну, все, пеняй на себя. Вот так вот, вот так будет с каждым. Давайте не будем. Нет, давайте все-таки мы это забудем. Чуваки, серьезно, не шучу. Пошли нафиг, здесь низкий потолок, вам меня не убить. Хотя, может быть, и убить. Черт, где-то сундук заспавнился. Чертов сундук. У меня 63 монетки, можно банк открывать. Можно расшишеривать банк. Все, мне нужно немного подхилиться. Вот это напряженка. Я устроил охоту. На кого? На курицу? На курицу. Вот так вот, нужно кинуть его. На курицу, на вот так вот. Да, по правилам вот так вот. После каждой стрелы вот так вот. Жесть. Охота, открываем охоту, отличная. Так, сначала вот это. Оп, вот так вот. Ну, так, теперь сундук. О, отлично. Яйцо, точно, я нашел яйцо. Шикарно. Уйди, нафиг. Ушел отсюда, мимик. У меня грандиозный... О, я нашел пластинку, наконец-то. Так, золотой парашют нашел. 4 золотых парашюта, вот это шикарно. Парашюта? Вот это шикарно, 4 золотых парашюта. Голд парашюта? Ах ты, собака. Так я и думал, что ты будешь мимиком. Пошли, сделаем ВДВ. Давай построим этот стол, чтобы протестировать парашюты. Хочу протестировать. Не надо... И тестировать! Меня опять накрыло! Хоррор какой-то, меня толстый так не пугал, как эти пугают. Я хочу протестировать парашют, ну не... Протестируй вот этого толстого, уйди отсюда, я тебя все равно шатаю. А конечно, я забыл. Хватит так делать! Только учти, они тут одноразу, надо... Хватит так делать! Опять он сайрился на меня, уйди, тебя не убить. Надо на штыре подобрать, ну, я сейчас попробуем, сейчас ВДВ сделаем. Ушел отсюда, ушел, да что это, ловушки что ли какие-то? Так, мимик... Меня никто не спихнет, нет! Так, и знал, собака, мимик, ты здесь был. Да, это что ж, вы какие страшные-то. Упоротые, самое главное. Так, там, тут кто? Оооо, тихо, давайте вы тоже не будете этого делать. Черт, как они сильно меня ж кидают. Тут за подкопы, кстати, под домом, а?
Блин, там еще. Это мы вначале, помнишь, прятали, чтобы нас не откидывали? Да, 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 все. Так, вспомнил. Сначала разберем с этими сундуками. Так, все нормально. Да, о, железное жерель, ну нафиг его надо. Так, кольцо, я сейчас как раз все это надену. Железное железо там? Железное железо? Нет, кольцо говорю. А, кольцо. Так, сейчас как раз одену все это, мне это еще пригодится, и все. О, у меня 5 сундуков местно. Да что ж я проверял, ты же не был. Я ВДВ хочу сделать ВДВ. Монетки, а монетки? Давай. А, какого черта? Какое сделаю ВДВ, да, Из-за монетки я чуть не помер. Стой на месте, говорю, смотри. Все, открываем банк, у меня что? Знаешь сколько монеток? У меня 80 монет. Мне надо тут на меня. Мне нужно срочно комплект. Если я в тебя сейчас... Не-н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 е-
Давай, это так, матрица, штаны. Матрица. Я нашел порванные штаны. Воу. Что ты там делаешь, а? Что ты там устроил, а? Я в матрицу стрелять не могу. Давай, да, не надо в матрицу стрелять. Узбогой ее. Ай! Я в матрице стреляю. Ну-ка, сейчас. Да что у нас как много тут, да? Ушел отсюда. Ох ты! Подобрать, подобрать. Ах ты, крыса. Срочно ломаем быстрее сундук. Уходим! Уходим! Че, только не кидай потолок слишком высокий. Ты мои стрелы, ах ты. Вообще-то не мои. Ушел отсюда. Я в тебя тоже стрелял. Ушел отсюда. Черт, они ныкаются в полу. Молодец. Че, блин, меня еще... Так, отлично, я теперь могу поменять... Нет, сапоги не буду. Ты мне там оставил, блин, пол хп. Снова фуфло какое-то нашел, понимаете? Так, нам срочно нужно связаться с Центробанком России. А-а-а! Ё-моё! Что это было? Я пошли отсюда! Быстрее, нафиг, что это было такое? Какого черта сейчас произошло? Успокойся, что здесь за ловушки какие-то проклятые? Ты успокаивать будешь? Ты вот сюда, сходи. Он может, моё успокоительное тебя... Меня раздражает, понимаешь? То избагай меня не узбагаивает. Вот так вот. Теперь мне стало гораздо избагойнее. Да. Фу, и вот это сразу тоже нафиг бомбану. Иси. Какой здесь. А! Не будешь, давай ты не будешь этого делать, давай ты просто умрешь. Так будет лучше для всех. Так, это синчик одобряет. Ты что сделал? Ты что, поставил землю? Я ничего где? Не ставил. Какая такая земля? Так, короче, так, ладно, здесь не нужно. Знаю. Нужно выбирать. О, я нашел птицу! Уу! Нифига себе меня закинуло. Что такое меня бомбит? Что меня так бомбит? Что ты тогда заржал, я не понял. Нам нужно сделать инкубатор. Я достал птиц. Что ты заржал, это еще лопата Леонида, это сам. Слышь, я достал птиц. Куриц достал. Понимаешь, я достал куриц. Какого хрена ты засмеялся? О, плащик. Я нашел плащ себе новый. Так, антислизневый плащ, или что он делает? Что делает этот плащ? Интересно, интересно. Так, теперь куда пойдем? Так, я даже некуда идти. Откуда вы беретесь? Да ну вас к черту. Так, за лопату Леонида, да? Ой, просто... Так, это второй спуск. За лопату Леонида, что тебе не нравится? Лопату Леонида, да, о чем ты? Ушли отсюда, теперь понятно, я... Вот так вот. О, парниш ушатал Мухаммада. Теперь мир может спать спокойно. Вот именно. Теперь может быть мир может быть спокойным. Ля... Дожди, когда? А, Леонид ушатал Мухаммада. Все в порядке. Меня убил быдло. Оу! Во-во-во-во, подожди! Что ж вы творяете? Пошли вон отсюда. Пошел вон отсюда. Вот, ты не будешь этого делать, ты не сможешь это сделать. Ты косой, криворукий, ты жопоногий. Косой, ты про парнишу говоришь, что ли? Да нет. Жопоруки тут всякие ходят. Жопоруки, жопоноги, козлороги, блин. Все, я ушатал их всех. Так, о, еще 4 золотых прошу. Молодец, спасай меня. Так, отлично. О, золотой, нафиг золотой. Черт, о, шикарно. В эти данжи надо почаще заходить. Здесь целая куча всяких приколов. Если, конечно, выжить. О, кирка, на, заменим одну кирку. Думаешь, это тут все просчитано? Так, вот это тоже возьмем. Просчитано. Подожди, ты там просчитывай, просчитаешь себе. Вот так вот. Именно, что он там все... О, я столько штанов здесь нашел. Зовите сюда бомжа Вася, он обрадуется. У него здесь столько штанов новых, представляешь? И Бэтмена позовите, а то у него постоянно пукан бомбится на штанах-то. Меня сбросили! Так, дурацкие трубки, мне они на самом деле не нужны, они крафтятся очень дешево, поэтому я выкину одну трубку. Так, я. Так, я уже обшарил больше, надеюсь, большую часть данжа. Блин, ах ты. Иди сюда. Так вот. Ох ты, откуда ж ты тут взялся? Давай ты убудь, давай ты уйдешь. Давай ты не будешь этого делать, давай ты просто умрешь. Так, слизни, тебя это тоже касается. Надо просто скопать, там будет все лады. О, я отлично. Тварюга, глупо. Они еще и стакаются, вообще шикарно. Так, шикарно. Так, я нашел что-то.
Кстати, смотри-ка, здесь, может быть, есть даже лазейка. В данже? Да, там просто земля вверху была. Я проверю сейчас. А, ну попробуй, да. Да, точно, может, давай ко мне, быстрее, я нашел проход в данж. Быстрее телепортируйся сюда. Сейчас я вылезу, стой, смотри. Я нашел, вот как сюда пролезть. Телепортируйтесь быстрее ко мне. Что ты сюда сделаешь? Там стя. Стой, нет, я не могу сюда пролезть, меня не выпускают из данжа. Что, телепортироваться или нет? Походу в данж просчитали, я не могу сюда, я не могу вылезти. Не телепортироваться или нет? Попробуй телепортируйся ко мне. Нет, не могу. Так, а если по координатам, смотри. Координаты пиши. ТП 480... Так, 487... 48... Ну, 48. 48 минус 38. Минус 38. Телепортируешься, меня бьет. Ты просто в дереве! А я упал. Можешь залезть? Нет, тут меня сбрасывает почему-то. Черт, блин, я уж думал, получилось на это самое, вот этот проклятый мод. Ладно, теперь пожру и пойду сломай обратно. Тут. Нет, она, блин, меня возвращает обратно. Я как печально, бы падаю, печально. И... Я уж обрадовался, думал, сейчас видишь, нашел лазейку. Нет? Да вижу, вижу я тебя. Падаю. К сожалению, лазейка все-таки не работает. Кстати, серия уж довольно длинная получается. Ну ладно, подождем, пока меня не укокошат. Попробуем, может быть, я потом еще раз вернусь в этот данж. А пока меня не укокошат, я попробую черт, сделать все по максимуму. Уйди отсюда. Кстати, интересно, этот плащик все-таки помогает от слизни или нет? Упал я с высокого места, конечно. Да почему бы не? С высокого места, очень с высокого места упал. Вообще там... С трех кубов, что ли? Привет тебе! Вот так вот. Собака, так и знал, что ты будешь здесь, проклятый миг. Так, о, отлично. Отлично, факел поднял. Так, это все фигня, это все фуфло. Нифига себе, тут данж какой здоровый. Ну ладно, сейчас мы ушатаем. Ладно, я уже одного мини-босса ушатал. Теперь мне все по плечу. Так, о, лучше я не знаю, какой золотой лучше взять. Или кулон-то какой, я даже не знаю, будет лучше. Отлично, наконец-то сделать. О, петушочки. Ну-ка пошли. Меня они, кстати, теперь не откидывают. Нифига не откидывают они меня, еще как откидывают. О, еще один нашел такой же плащ. Вот этот выкини пока. Площадка для ВДВ. Так, вот почему я не могу нормальную трубку найти? Так, сапоги мне не надо. О, монетки! 104 монетки! Ты так ты вот. Там. Вообще затащил. Все, сдох! Слабак! Ушатан! Уговорен! Пожизненно уговорен! Ну все, умри! Так, еще один плащ! Интересно, что же все-таки дают эти плащи, но все-таки я их буду забирать. Попробуем. Да, ладно, снуки мне не нужны. Это фигня. О, уже три птицы. Нам срочно нужны инкубаторы. Теперь у каждого будет по птице. Отлично. Так, что? Я типа это, чтоб тут не выбрасывать просто так, из этой штуки. Так, у меня теперь 16 парашютов. Зашибись просто. Шикарно, 16 парашютов. Пошел отсюда. Бабушкин сундук, ты получаешь отказ. Так, отлично. Бабушкин сундук на меня опять напал. Да, что-то забыл, отодвинул микрофон. Так, у нас тут что? Тут у нас что? Тут у нас ничего нету, тут все уходит. Тут все давай до свидания делают. Вот так вот, уговорен. Пожизненно уговорен, все, уходим. Хрен тебе, парниша. Что такое? Он же... уйди! Уйди! Фу, не надо меня дрогать. Задолбал ты все, закапывать все этот мусор тут. Фигню тут творит какую-то. Ну, черт, да. Здесь вместо криперов слизни. Да кто это делает? Да, ты... Кто все это делает? Я заблудился уже. Давай, попробуй ко мне залезть, бык. Слушай, я заблудился. Где выход? Да, потому что ты слабак. Я не могу найти выход, в конце концов. А если я просто выйду из игры, то это мне ничем не поможет. Хватит спавнить слизней. Как я круто просчитался. Так вот. О, еще что-то. Еще всякая хрень. Так, ладно, быстрее. Где у нас что? Сейчас мне кажется, настанет время умирать. Так, нет, я еще пока жив, жив, цел. Так, штаны, смена... А, мимик! Черт, это могло быть последним моим мимиком. Ах, ты собака. Так, черт, да что такое? Заодно проклятого сундука сюда прибежал. Так, ладно, просто я уже... Пора заканчивать, у нас время уже много, а я все никак не могу. Нужно либо умереть, либо выйти просто из данжа, а я здесь заблудился. Поэтому не получается сделать ни то, ни другое. Я на батутах прыгаю. Поздравляю. Уйди! Фу, кака, уйди. Да. Нехороший! Нехороший футболист, кака, уйди нафиг. Так, еще одна пластинка, правда, такая же. Думаю, нам две пластинки не пригодится. Пробуем рискнуть. Какой? Так, ладно, штаны сменим. Так уж и быть, мы сменим штаны. Риск не оправдал себя. Что, ушатало тебе? Сдохни. Сдохни, собака.
О, сколько прошу. Да уйди нафиг! Уйди, сдохни! Все, уговорен. Сейчас мы вас там уговорим всех. Вот давай. Вот так вот. Так, так, так. И... А! А собака. Вот хрен тебе, парни. Ладно, я уже, по-моему, скоро буду отходить от этого самого. Так, я уже много чего здесь забрал. Много чего сделал, много чего повидал. Но уходи, пока не собираюсь. Ах ты, пыдло. Что у вас там за терки происходят какие, а? Ну вот такие вот терки вот. О, давай, еще один проклятый. А, ты хорош! Дерево. Ну вот хрен тебе. Окай. А, ну ладно. Короче, ладно, я выхожу пока что из этого. Так, выходим. А! Что за фигня? Я поставлю здесь варпоинт. Ну, мне кажется, пора закачивать. Подожди, поставим варпоинт. Подожди. А-да-да. Так, один. Окей, все, сейчас телепортирую к вам, посмотрю, что там натворили. Да хорош меня подкидывать. И по следующей серии мы продолжим исследовать. Ну, так же дальше. Подожди, парниша, ВДВ. А, кстати, смотри, что делает кирка. Ну-ка, ушел. Да черт твой кирка, она не работает. Бил, смотри, что делает кирка. Стой, смотри. Как работает кирка? Ну-ка, погоди. Вот так вот потолок переезжает. Правда, придется вручную возвращать. Скажи, что там. Ну ладно. Потолок, видишь, уехал. Что делает твоя кирка? Потолок, видишь, уехал. Куда уехал? Блоки, видишь, уехали. Верни-ка обратно. Не могу, придется вручную теперь устраивать. Ну ладно. Мы будем заканчивать, поэтому с вами был Фрост, Парниша и Снейк. Всем, короче, подписывайтесь, оценивайте видео, всем удачи и всем пока. Да, пока. До свидания.